Друзья, всем привет! Приехал к нам измельчитель веток. Привезли нам на демонстрацию. А? Ну, я думаю, сюда сейчас подцепим. В общем, привезли к нам на демонстрацию, показать вам. Наша задача — напилить как можно больше дров на несколько зим вперед, пока она у нас. В общем, в этом видео вам покажу, как он работает. Написано тут модель какая, как называется, где-нибудь. Нет, так все красиво. А, это стой стоит просто старый кнопка. Я так на бензопиле тормоз нажимаю, коленкой нажимать надо. Ты когда нажимаешь, оно включается, да? Это еще щелкает, а что? Ну это же защита. Защита, если что-то случится, наверное, нажал. Как оно работает? Сейчас посмотрим. А это вот как бензопиле, у меня тормоз для руки, знаешь, вот. Рукой нажал, у меня затормозилось. А тут трактористу нажал. А тут трактористу, блядь, сигнал. Типа сигнал? Сигнал звуковой подал. Пейп. Ага. Че рукой, че ногой там может. Ты колено. Они вообще для коленки написали. На уровне бедра. Вот, короче, если руку затянуло, нажимаешь, да? Да, бедро раз, ты телом бьешь сразу. Получается, когда тебя затягивают. А тишина, когда слушай, получается, когда тебя затягивают, по-любому нажимаешь. А вообще специалист, блядь, у нас, блядь. Он Гришка Якименко на ферме, блядь, раздатчиком прокрутился. Ну, где-то прокрутило. Да, он. Директорский домик, блядь. Ну так и что же с техникой безопасности? Техника безопасности. Ты включай, а я накину цель, блядь. А вот получилось под цель, и так руку полностью под звездочкой. И что с рукой? Ничего, все пальцы на месте. Да, пальцы он был пьяный, он расслабился. А, ну пьяный, то понятно. А кости расслабил. Кости расслабил. Так, ладно. Ну. Он был такой пьяный, что расслабил кости. Сань. Что? Как его цеплять? А что? Типа, это все. Так надо было куном. А как ты куном? Не, надо что-то сейчас подожди, мы его руками, может, подвинем в одну сторону. Да, мы сейчас его просто задерем, нагнем. Брусок положим. Вон там каменные идолы таскали. Да, да, да. 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 Ничего сложного. Все, модель это AM120TRK Pro, получается сырое мяке до 120 мм, сырое твердое до 100, сухое твердое до 85 мм. Там, наверное, еще зависит от породы деревьев. Лебедочка удобная. Все?
Так, сразу же испытываем, не отходя от кассы. Игорь уже наложил. Да. А ну стой! А, нормально, да? О! Выключай! Муфта сработала! Да не, надо просто муфту чуть-чуть там поджать, она же у нас там полностью раз это. Блять, а что теперь делать? А ну стой, пока, а ну. Не, ну это же надо монтировку какую-то, наверное, да. Вот здесь крутить. Надо муфту поджать просто там чуть-чуть. Ходишь, блядь, пробуешь. Лазит, все, уже нечего пихать. Да нет, тут она толстая, еще и такой пучок засунули, представь. О, смотри, точно диаметр меньше. Ага, о, видишь, щиточек даже открывается. Это уже надо влазить. И ручка вот для чего снимается. Вот, блядь, потому что здесь лазить надо. Ага. Это, наверное, по ходу, наоборот. Понял, тут все понял. Да, идет, идет. Ага. Вот она для чего, ручка снимается, для чего щиточек поднимается. Надо еще посмотреть, как муфту правильно регулировать. Ну, в общем, разберемся. Ну, то есть она будет постоянно замучивать, там мелких, там, ну, тоже подтягивать надо. Ну, мы сейчас посмотрим. Так, тоже хорошо, бах, он, все и стало. Не, ну, муфта это, конечно, хорошо. Подтянули эту муфту. Лежала куча веток и превратили в дрова. Дрова лежат под ногами, мы их не замечаем. Обычно ветки куда такие мелкие? Выносим на кучу. А так их можно превратить в полезное топливо. Thank you.
Поток. Рубает и мелко, отлично, смотрите. Прикольный аппарат. В общем, если присмотреться, дров валом, посадка куча, можно и сухое собирать спокойно. Мы выехали тут. Тут у нас есть место такое, был сад раньше. Я думаю, в каждом селе были сады, их уже давно повырезали, а вот такое вот пооставалось. Да, уже многие, во многих селах их повыкорчевывали полностью, уже и распахали давно. А много где вот такое все пооставалось, куча. Деревья поспиливали, вот там видите, как растет, как кусты уже все. И тут мы остановились, даже не в самом густом месте. Тут можно, если нам одним заниматься, лет на 5, наверное, рубать. В общем, вот это мы тут остановились, пробное место у нас тут. Акация. Это что, акация у нас? Это даже уже не сад, а именно с посадки корни попускала. Да, это уже акация. Давай, запускай. Мы тут в одном месте стали, чуть нарезали. Идет что по маслу. Я
Мне нравится, что он его хорошо затягивает. Красиво работает. Если предварительно стать, нарезать вот так большую кучу, то вообще классно. А что это, два перчатка, да, хоть одну? На тебе эта рука вообще пойдет. Топор может делать. Тут такая толщина, не маленькая. Засосало. Следующая ветка. Главное пихнуть, засосет. Сейчас попробуем такую вот толстую для эксперимента. Ага, на меня будет падать? Да, я на тебя буду валить, чтобы не так брать ее. Сколько тут примерно? Ну, в общем, для эксперимента попробуем, но не будем мы. Оно если даже пойдет, смысл его гонять? 120 и будет, не больше. 120? Да, наверное. Ну, сам вот посуди, два спичных коробка положи, это 100. Ага. Ну, а тут не ляжет два спичных коробка. Вот так может ляжет, и то не ляжет. Ага. Не, нормально. Мое мнение, что это дробилка веток, а не бревен. Пробуем толстую. Нормально идет. Опускается аж на самый низ, да?
В общем, поработали мы, чуть-чуть испытали. Какие мы самые толстые там в диаметре рубали? Ну, я на видео показывал, то и было самое толстое вот, там. Видишь, два ножа. Сто с чем-то было там. Между собой просто я цель. А ну, покрути. Попадает на два ножа. Ну, ножи не погнулись, видишь. Ну, я ж не знаю, ни зазубрения, ни все нормально. В общем, такое устройство, два барабана. Получается по три ножа на каждом, да? Да, можно. Да. Шах там, не знаю, сколько там примерно сантиметров? Ну, до 15, да? Разные получаются, да. Как попасть, наверное, 15, 10. Мне интересно, почему... Заходить. Слушай, мне интересно, почему такие получаются бывают? А где-то задержалось, вот зацепилось. Вот, типа, если вот большой идет, пучок. Да, а он зацепился, и сколько маленьких получится, там, если он тормознулся. В принципе, классно устройство. Мне нравится, что затягивает даже вот такие пушистые ветки. Если зацепило, то тянет хорошо. Если, конечно, вообще конкретно не упрется. Ну да, мы акацию... А ну. Шторка, наверное, это вообще не нужна, да? В принципе, зачем она надо? А что, она может... А, типа отскакивать там, да? Я вот сейчас на всю нагнулся. И сантиметров 20-30 я даже не достаю. Туда полностью погрузиться, чтобы туда достать. В принципе, безопасно, да? Не-не, так безопасно. Единственное, что только смотреть надо ветками, может. Я раньше, когда смотрел, думал, блин, опасно, как затянет. Да, у нас были, видели, акация, такие пушистые, она колючая. Когда тянет, надо отскакивать быстро. Да, надо только, чтобы зацепилась и убежал. Бежал по морде, получил. Ну, а так, как вообще, на первый взгляд? Ну, так, захватывает даже дух. Так. Да, даже интересно, если вот так много веток, то неохота даже останавливаться. Детство сразу какое-то, да, вспоминается, да, сразу. Прикольно, тема. Тут не детство, тут факт того, что ты, смотри, поехал себе так вот дровишек, да? Не, ну когда, если такие места, как у нас в саду, там оно есть. Так даже по посадкам, вот, которые вырубают посадки там, оставляя, они же только стволы забирают. Куча, ну, дров вообще вот для данного аппарата еще валом дров. Я не знаю, когда они могут закончиться, но я не знаю, их валом просто сейчас. Никто не берет такие ветки. Мы даже дома все порезали. Естественно, что вот эту акацию, которую мы рубали, она еще сыроватая. Вот на следующий год она будет вообще идеальная, да? Будет она гореть сейчас? Да горит. Ну мы попробуем еще. Но все равно лучше сухую ветку. Видели в начале муфту, а мы вообще не регулировали, она была расслаблена. Ты на всю водик закрутил или нет? Да нет, куда что. Не. Я на всю закрутил, вообще не вставал. Уже только обрывало воду. Не, ну мое мнение, да, если тут и написано, где тут 120 миллиметров, где тут написано? Вот, типа с РМ ЯКЭ до 120, ну, я считаю лучше... Да, я смеялся, вот этот вот термос, да, лучше не на всю работать, и чтобы она больше дольше ходила. Да, раз если заходит туда, да, туда. Вот тут и будет до 120, да. Да, я специально примерил ветку, поднес, если... Да, тогда разорвали, не измеряйте. А, короче, открываешь, да, сюда понятно. Засовываешь, если сюда помещается. Туда или туда. Да, вот так с торца посмотрел, его подошел, все. Это на торец. Глазомер, чтобы было. В общем, нарубали вот такие дрова. Сейчас посмотрим, как они влазят. Ну, тут, конечно, котел большой. Ну, такие кусочки, я думаю, в любую печку залезут. Они небольшие, сантиметров... по 15. Видите, даже такие, я не знаю, как такие маленькие получались. Можно даже попробовать вот так разные. Такие, какие мы рубали, мелкие. Видите, залазят. Интересно, как вот такие получались. В общем, я думаю, должны гореть хорошо. В общем, зафиксировали, что дрова горят. А куда им деться? Будут гореть. Все, на этом видео буду заканчивать. Всем удачи. До встречи.